Данное видео предоставлено сайтом online.gdz.net, Unit 4, секция 3, упражнение 58. Walk in pairs. Act out a possible dialogue between Nick and the doctor after the misfortune. Use exercise 51 on page 111 as a model. Работа в парах. Разыграть возможный диалог между Ником и врачом после неудачи. Используйте упражнение 51 на странице 111 в качестве примера. Составляем диалог между Ником и доктором. Ник. Doctor, you see, I fell from my boat and now I've got a backache. Доктор, видите ли, я упал с моей доски и теперь у меня болит спина. Doctor, oh, of course you do. Okay, let's see what we can do. Ну, конечно, болит. Хорошо, давай посмотрим, что мы можем сделать. Ник. I can hardly move my right arm. Я едва могу двигать своей правой рукой. Doctor, I see. So in this situation, the only things that can help you is stay in bed for some days. Понятно. В этой ситуации единственное, что может быть помочь, это постельный режим на велосипед на несколько дней. Without moving, без движения, I'm afraid so. Боюсь, что да. Ник, well, if it's the only way, I'm ready for that. Ник, что ж, если это единственный способ, я готов. Доктор, okay, you're very strong, so I think that your recovery very fast. Everything will be okay. Хорошо. Ты очень сильный, поэтому я думаю, ты быстро поправишься. Все будет хорошо. Ник, thank you, doctor. Спасибо, доктор. Доктор, you're welcome. Не за что. Отлично, мы составили диалог, прочитали его, перевели. Если вы хотите смотреть больше видео, подписывайтесь на наш канал на YouTube и группу в социальных сетях.